проснешься в полетном листе, потом пойдем вниз, и там поговорим уже о полете. Хорошо. Второй пилот здесь, значит, ну, это у нас такая форма задания на полет. Просто расписать, больше ничего не надо. Когда здесь расписано, что мы будем делать, ничего не надо. Как все выполнять, я вам расскажу. Поверьте мне, что то же самое я вам расскажу. Здесь ничего не надо. Скажи, как вы себя чувствуете? Слышишь? Да. Ну еще. Это обычное ваше давление? Или бывает пониже? Ну, вообще бывает пониже. Давайте еще раз попробуем. Сидите спокойно. Соединять. Нет. В положении маски может находиться. В первое положение летчик вам на земле поможет ее ставить. По-моему, нам нужно, если в воздухе придется вдруг снимать. Так. Получилось? Получилось. Ну а что так? Ничего мудреного нету. Зачем снимал? Тут не так уж и страшно. Помочь? Ага. Так, сначала правую руку. Сюда. Подсаживайтесь под место. Сейчас, секундочку. Держите. Ага. И подсаживайтесь. Как раз только. И теперь руку назад. Давайте часа. Вот еще как на вас щеки. Можно оттанцевать. Набираем максимальную высоту, да, возможно, да? Или что? Ну, максимальную, в принципе, хотелось бы увидеть. Градусов. Включим форсажи обеих двигателей, выполним разгон самолета. Ну, на высоте 12-11500, можно с маленьким снижением, чтобы это было побыстрее. Выполним разгон до скорости порядка 1700-1750 км/ч. Угу. Ну, может, 1800 будет, неважно. То есть мах при этом, число мах, это отношение скорости звука, ну, знаете, да, скорости полета, скажем так, наоборот, да, скорости полета, скорости звука, ну, неважно. Вот, то есть будет дозвуковой полет, я скажу, когда он дозвуковой, потом скажу, когда он, вот, переходим в скорость звука, скажу сверхзвуковой, дальше будет полет сверхзвуковой. Каких-то ощущений у вас не будет, в принципе, то есть там ни тряски, там ни болтанки, ни этих, ни... То есть хлопка... Это аварийный приемник, тоже воздушное давление. Шасси убирается в полете, но это понятно. То есть это заплатка, закрывается. Два двигателя. Общая тяга на движении полного пассажа больше вежа самолета. Закрылки выпускаются
на взлете на посадке, есть такое положение, для уменьшения скорости отрыва и скорости посадки. Элероны для выполнения маневра в боковом канале. То есть бочки, повороты, все это. Выполнять за счет элеронов. То есть сразу. Прибор скорости 3 это 300, 4 это 400 и так далее. Эта скорость нереальная, это скорость инструментальная, прибор. Реальная скорость будет вот на этом приборе, тонкая стрелка. Это мах, число маха. Толстая стрелка будет показывать. 0,8 это мах 0,8. 1 это вот звук, скорость звука. Дозвуковой полет, больше одного сверхзвуковой полет. Угу. Но их будет порядка вот 1,65-1,67 угу. максимально. Высота. Вот этот прибор высоты. Значит, здесь у нас отвешенные шкалы. Внутренние это километры. Короткая толстая стрелка. Внешние это сотни метров. Сумма это высота. Нажимать можно, ничего страшного. Все, тихонечко. Пока она не работает. Я помогу дальше. А? Хорошо, я помогу. Так, стой. Давай я сделаю. Закрываем фонарь, Александр. Аккуратненько. Начнем снижение, сначала до 17 тысяч на максимальном режиме работы, потом на малый газ уберем, потому что лучше убирать нельзя. И будем снижаться на малом газе до высоты там, порядка 10-11 километров. Я постоянно буду спрашивать самочувствие. Смотрите уши тоже. Если уши начинают болеть, тоже терпеть не надо. Скажите, что болят уши. То есть тогда мы уменьшим скорость снижения, просто надо уменьшим снижаться более плавно. Вот. Можно пытаться поглотать. Ну, знаете, такие. Продуть, но не надо снимать маску на большой высоте, продуть не получится. Не, у меня проще локать, чем продать. Да, ну и хорошо. Вот. Дальше что? Ну, 10 тысяч. Ну, тысяч до 7 снизимся, выполним переворот. Посмотрим. То есть, как самочувствие будет. Выполним такое движение самолета. И вниз пойдем так, снижаться. Ну, перегрузка будет 4, порядка 4 единиц. То есть, как-то сейчас комфортно, некомфортно, нравится, но это не нравится. Далее, у нас, к сожалению, на точке сейчас облака здесь. Сильно здесь ничего не получится. Значит, тогда в зоне мы сделаем, выполним в зоне. В один, у вас никого нет? Один. Ну, хорошо. Выполним в зоне, ну, скажем, ну, кстати, от 1500, там, до 3000 метров выполним петлю Нестерова. Такое движение самолета. Значит, выполним полупетлю. Тоже посмотрим самочувствие, как вы себя чувствуете. Если нормально, все, продолжим дальше. Дальше продолжим. Значит, со снижением опять до 1500 выполним разворот на 270 градусов, перегруз порядка 7 единиц. Тоже посмотрите, как это нормально. Если вам это некомфортно, не, значит, скажите просто, что ну, такое не надо. Все. Этого больше 5 делать не будем. Что, ну, никого этим не удивишь. Можно и 9 сделать, не проблема, но в принципе, ну 7-то еще нормально терпится, выше, дальше уже это самое. Дальше выполним колокол. Без движения самолета до скорости 0. В угле 70 градусов постановка, как бы, скольжение на хвост. Дальше падение. Сделаем перевернутый полет. Какое-то время, посмотрите, полет-нож. Такой вот движение самолета. Выполним бочки влево, вправо. Ну и дальше я вам
дам управление, чтобы дочку хотели бы попробовать пилотировать. То есть, ну, посмотрите, как мои движения. Они очень плавные, там самолет очень хорошо управляем, там не надо его сильно. Очень мягко все это. То есть, ну, разворот влево, то есть разворот 45 градусов, я покажу, какому прибору ввели. Чуть подержали, там будет у меня разворот влево, вправо попробовали. Ну и бочку ровно сделать. То есть, смотрите, наш набор, так, градусов 10, фиксация. И дальше влево или вправо, в желаемую сторону, значит, ручки вращаются в самолет. Ну, я думаю, хватит для этого. Нормально, попробуйте, да? Дальше придем на точку по топливу. Если будет топливо, ну что-то сделаем на точку. На точку. Видишь, что у нас облака, то есть много мы еще здесь не сделаем. Но я так планирую, что мы сделаем на высоте метров 100, сделаем бочку. Дальше выполним 3/4 петли. Вот до такого положения здесь вывод. Дальше разворот типа гаража, выполним гараж. Горку порядка 40-50 градусов, двойную бочку. Проход на высоте 15 метров над полосой и посадку. Ну все это по, опять же, по самочувствию. То есть смотрите, если есть, на точку можем ничего не выполнять. Потому что, ну, там, смотрите, вот, на вас некому особенно. На самом деле, то есть камера, то есть именно хочется самому все сделать. Попробовал, просто сказать. Камеру он вам все сделает. Будет нормально, это не вопрос. Основной проход, если не будем ничего делать на точку, сделаем проход полупетлю, то вам уже камеры хватит, тут какие-то бочки там. Верхней точки. Посмотрим. Ну, сейчас. Это аварийный приемник, тоже воздушного давления. Сейчас все убирается в полете, но это понятно. То есть это захлопывается, закрывается. Два двигателя. Общая тяга на режиме полного пассажа больше веса самолета. Закрылки выпускаются на взлете на посадке, есть такое положение, для уменьшения скорости отрыва, скорости посадки. Элероны для выполнения маневров на каком канале. То есть бочки, повороты, все это. Выполняется за счет элеронов. То есть сразу. Приборы здесь есть. Прибор скорости. 3 это 300, 4 это 400 и так далее. Это скорость нереальная. Скорость
Реальная скорость будет вот на этом приборе, тонкая стрелка. Это Мах, число Маха. Толстая стрелка будет показывать. 0,8 это, ну, Мах 0,8. 1 это вот звук, скорость звука. Дозвуковой полет, больше одного сверхзвуковой полет. Угу. Мах будет порядка вот 1,65-1,67 угу. максимальный. Высота. Вот этот прибор высоты. Значит, здесь у нас вешка шкалы. Внутренняя это километры. Короткая толстая стрелка. Внешняя это сотни метров. Сумма это высота. Нажимать можно, ничего страшного. Все, тихонечко. Пока она не работает. Я помогу дальше. А? Хорошо, я помогу. Так, стой. Давай я сделаю сразу, я пристегну на земле, чтобы... Сейчас. Проверим, кислород. Закрываем фонарь, Александр. Аккуратненько. Давай 202, давление, запуск. Давление 769, запускайте 202. 769, давление, запуск разрешен. Александр, слышно хорошо? Нажимай кнопку, говори. Нормально слышно. Хорошо, запускаем двигатели. Оба, малый газ. Запуск двух. Регистратор заключен. Отправа. Есть там двигатели? Запуск справа, обороты растут, турбостартер норма, центр обороты растет, 35 вход задает, хорошо. Максимально при запуске. Правый на малом газе правый пошел. Ждем запуск лево. Пошел запуск лево, слава, тест контроль. Ручку не трогаем, Александр. Она будет ходить туда-сюда сама по себе. Оборот раз. Хорошо. Запуск лево идет. Температура растет. Сау, норма питания отключить. Понял. Давление нормально, да? Закачали воздух? Да. Хорошо. Бортпорядок, конец связи. Бортпорядок, до связи. А, 202, прошу вырулить. Вырулите, 202. Разрешили. Вырулим, Александр. Александр, вы готовы? Да. Хорошо, вырулим.
Александр, маска привязана? Да, нормально все. Хорошо.
двигатель и будем разгоняться. Как самочувствие? Нормально. Хорошо. Посмотри за маком. Сейчас у нас дозвуковой полет. Ага. Нормально? Нормально. Хорошо.
тысяч. Работать буду на удалении порядка 40 километров. Понял. Это колокол называется. Два на два на три, там работа в зоне. Ватаж. Работайте два на два. Как самочувствие? Нормально. Хорошо. Что будем делать в бочке? Не бойся, давай. Так, вот подержали, держим вот так вот. Так и летим. Держи, держи. Сохраняем крен. Не надо его ниже. Так и летим. Я отпустил руки, давай. Не даем снижаться, поддерживаем так вот. Это я на себя чуть-чуть. Вот так вот. Вот, вот так вот, вот. Держи, держи. Так. Давай еще вправо. Пробуй так же. Давай влево опять. Давай влево, прям 60. Вираж будем делать. Наклоняй, 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 наклоняй. Наклоняй еще. Еще. Ручку на себя немножко так поддерживаем. Вот так. Не сильно, вот так вот. По горизонту держим. Так и летим. Не уменьшаем крен. Держим крен. Держим, держим, держим. Нравится? Супер. Так, ну давай бочку сделаем. Попробуем бочку сделать здесь. Давай. Угол 10 градусов, тихонечко. Так. Пошли вправо. Крутим, 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 крутим. Не бойся, крутим. Хорошо, до конца. Ага. Теперь влево так же. Крути, крути, не бойся. Крути, 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 крути. Вот так, сильнее. Ну все, давай, я взял управление. Идем на точку. Хорошо. Два на два на точку, выход, работа на точку. Только так, немножко... Два на два, выходите на точку. Ага. Тур, немножко, немножко поспокойнее сейчас. Не вопрос, давай кислород включай. Потихоньку пока пойдем. Без бочек, без ничего, давай. Включи кислород, то, что я тебе говорил. Подыши.
работайте 202, не ниже 200 метров. Высота опасная. Поворачивайте, заворачивайте, будем садиться, давай. Да. Смотри экран. Кислород включаю. Включил. 2-0, заход, визуально закончен. Заход снова, 2-0. Главнее будем все делать, давай. Нормально.
высадки готов. Посадка была на втором. Ветер 320 градусов, 2 метра. Слово прыгнули, еще на посадку. Высота опасная. Отведете потом. Читаем. Ну как? Супер. Да? Ладно. Спасибо. Шикарно. А можно еще раз на камеру пожать? Да. Не делайте в жизни ничего на показ. У вас запрет. Ну ладно, я обещал тебе. Еще раз, ладно? Давайте еще раз. Спасибо. Вот здесь вот картошку, чтобы далеко не уходить, мы здесь вот так вот разыграем. Не, просто шикарно. И настроили. Построили бы часов и ходим, пойдем в печку. Максимальные параметры, которые мы достигли в полете, и некоторые фигуры, которые выполняли. Спасибо. Смотреть, вспоминать. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Впечатление масса. Спасибо.